Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 15 ноября 2019 года. Сообщаю вам, что завтра, в эту субботу, мы проводим еще одну большую прогулку по Москве до Потопной 16 ноября. И еще 30 ноября проведем, пока позволяет погода. На каждой прогулке мы проходим большой маршрут одного из районов Москвы. На них мы учимся, ну, те, кто новички, распознавать следы катастрофы XIX века, отличать старые допотопные дома или их основания от зданий советской архитектуры и новоделов, а также допотопные надстроенные дома. Следы катастрофы затирают, информацию высмеивают или извращают. Однако все невозможно сокрыть. В московских дворах очень много интересного. Одни здания уничтожают, руинируют, другие оставляют, перестраивают, штукатурят, наполняют новой символикой или, наоборот, шлифуют кирпичи, стирают ожог, такую тонкую черную пленку, следы термоядерной войны, которая была в середине XIX века. Некоторые исследователи наши это доказали, в отличие от того, что многие с этим не согласны, не хотят принимать эти доказательства, ну да ладно. Однако мы находим уголки там, где осталась эта тонкая черная пленка на кирпичах, тот самый ожог радиоактивный, который не почистили. Рук-то на все не хватает гастарбайтерских. Очень хорошо заметно на некоторых участках, как откапывали дома или улицу. Имеющие глаза да увидит. Какое-то однозначно было окно. Оно находится под окном. Здесь тоже, соответственно, есть приямка. И недооткоп вот конкретный. Вот он так идет. То есть это все можно, вот это все можно откопать. А какая порой сохранилась архитектура? Правда, очень много в ужасном состоянии, но это шедевры. На этой встрече мы убедимся, что Москва была белокаменная аж с XIV века, а не деревянная, как нам все внушили, благодаря фальсификаторам конца XIX века, XX века, XXI века, писателям, художникам. «Изоб нет, везде палаты», как говорил Пушкин в сказке о царе Салтане. Мы увидим в одном месте уровень глиняного засыпа города и почувствуем масштабы катастрофы, потому что картинка в интернете и даже съемка не дают полноты ощущений и масштабов, сводя объемное восприятие к плоскому экрану монитора. А переходный период после катастрофной много строилось деревянных домов, поэтому легко было убедить последующие поколения, что так и было всегда. И один из сохранившихся деревянных домов затерялся среди дворов на нашем маршруте. И тоже, похоже, его скоро уберут. И надо спешить увидеть своими глазами уходящую Москву. Во дворе допотопного и надстроенного дома стоит советский раритет. «Москвич», кажется. Например, вот стоит такой дом с аркой. Очень похоже на то, как я показывала в фильме «По Нижнему Новгороду» во дворах Большой Печорской. Ну кто ж так строит арку? Ясно, что это планировалось для другого дома, примыкающего корпуса. Но нет этого дома. Куда же он делся? Исчез. Но позже построен почти впритык другой дом, перпендикулярно. Ну и вроде так и было. И никто не обращает внимания. Да, глаз замылен у всех. У нескольких поколений ничего не помнят, ничего не видим, ничего не хотим знать. Очень много встречается разноугольных домов. Они однозначно допотопные. Помимо символики XIX века, нам встречается и современная масонская символика. Помечены подвальные двери, практически все, что нам встретились. Немногие знают, что это буква «Жи», один из главных масонских знаков. Обозначает то ли Бог, то ли золото, то ли вселенскую геометрию. Но это для нас с вами написали все эти определения. А что на самом деле означает у них? Но то, что крупнейшая тепло-
энергетическая компания МОЭК имеет этот знак, как и «Газпром», кстати, у него такая же «Ж» в начале стоит, говорит о принадлежности. Вообще по Москве масонских символов много. Однако не все читают эту азбуку. Ах, эти засыпанные культурным слоем так строившиеся окна. Их на каждом шагу полно. Это готовые мусоросборники. А как, конечно, хочется заглянуть туда, за эти старые рамы. Ведь кто-то когда-то смотрел из этих окон, только в нормальном уровне, на улицу. И не ожидал, что вот подступит вот эта та самая катастрофа, которая все таким плотным слоем глиняным, что называется, подступит к самому горлу, закопает эти окна. Меня радует то, что те, кто не один раз были с нами на таких исследовательских прогулках, во-первых, сдружились, во-вторых, научились самостоятельно и безошибочно видеть признаки и следы катастрофы XIX века. И им уже никто не съездит по ушам и не наврет стрекороба, что не было ничего. Или вот сейчас появилась новая фишка. Раз не удается скрыть следы глиняного потопа засыпа в XIX веке, значит, перенесем это все в XX век, и особливо после Великой Отечественной войны, аж 1953 год. Все, кто продвигает эти вбросы, я называю сознательными врагами моего народа, и Бог им судья. Всем, кто хочет разобраться и понять самому, кто хочет присоединиться к нам завтра или 30 ноября, присылайте заявку на почту, ссылка будет дана в описании под этим роликом. Благодарю за внимание, за этот небольшой обзор. С вами была Галина Конышева. Всех вам благ!